Всем привет, с вами Ванок, и я бы хотел сделать для вас небольшой анонс. Дело в том, что уже в эту пятницу начинается бета-тестирование игры под названием Conqueror's Blade. Это сугубо сетевая игра с не самой навороченной боевкой, но у нее есть очень важная особенность. Дело в том, что она сочетает в себе многие положительные черты, взятые из Mount & Blade. Здесь есть замечательнейшая глобальная карта, и здесь есть сражение. А поэтому эта игра наверняка привлечет многих. Посудите сами, сколько выходило игр, которые пытались переплюнуть Mount & Blade в плане боевки. Но еще ни одна не пыталась ее переплюнуть именно с точки зрения подачи вам самого игрового процесса, с точки зрения глобальной карты, с точки зрения взаимодействия глобальной карты сражений. Все это будет присутствовать в Conqueror's Blade. Понятное дело, конечно же, что многие вещи будут попервой казаться недоработанными, другие вещи могут серьезно отличаться, но в любом случае, лично меня эта игра привлекла, и я обязательно запущу ее стрим. Собственно, на этот стрим я вас всех и приглашаю. Правда, сразу хочу отметить, что стрим будет проходить, скорее всего, в субботу, потому что, хоть игра и выходит в пятницу, кстати, случится это аж в 3 часа дня. Тем не менее, мне нужно будет время, чтобы подготовиться, чтобы не показывать вам совсем сырой видеоролик, ну и чтобы, собственно, убедиться, что и игра работает. Так что ждите ссылку на видеоролик, скоро она появится, и увидимся на стриме.